Меня зовут Нюся, я являюсь одним из сотрудников этого музея. Музей, в свою очередь, существует вот в ноябре, нам исполняется 15 лет. Да, мы являемся частью общинно-галилейского центра «Мигдаль», одного из самых первых центров, появившихся на территории постсоветского пространства. Вот есть некоторые материалы по этому центру. Да, как все начиналось? Начиналось все, на самом деле, с музыкально-галилейского театра «Мигдалёр». Один, опять же, из первых клезмерских ансамблей, появившихся на этой территории. Ну и затем центр «Мигдаль» стал развивать свою деятельность, и одной из точек, да, куда можно прийти и познакомиться с еврейской жизнью Одессы, это наш музей, где мы стараемся собирать экспонаты, передающиеся из поколения в поколение в еврейских семьях. Которые живут в Одессе. Они нам вот эту семейную реликвию передали вот в дар нашего музея. В первом зале выставки у нас регулярно изменяется. Нынешняя выставка посвящена 25-летию существования еврейской общины Одессы, возрождению ее после советского воздержания, да, скажем так, от еврейской жизни. Многие вещи, фотографии, которые нам удалось спасти и сохранить, в том числе вот эта вот интересная сумка челночников, которая содержит в себе игрушки, да, бутылки алкогольные, да, которые передавались, опять же, на протяжении нескольких поколений в моей семье, например, да, и попали на сегодняшний день, находятся в этом музее. Oh, 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 oh